Совсем скоро эта картошка окажется в детских садах и школах Кяхтинского района. Человек, который организовал все это дело, еще совсем недавно принимал участие в специальной военной операции, а буквально в этом году засеял свое первое поле. Знакомьтесь, это Анатолий Михайлович. Он отдал родине 10 лет своей жизни. Участвовал в СВО с первых дней до середины 2022 года. На СВО были, когда там вот, Республика Беларусь, хвалится же там батька, картошка, бренд. Да, бренд. Она невкусная у них. Вот самая лучшая, самая вкусная наша бурятская картошка. Даже у всех участников СВО, кто спрашивает, они меня сейчас, которые друзья мои, что, как, занимаешь картошкой, и начинаем разговаривать, они вспоминают, как там ели. Ну, не то совсем. Мясное скотоводство или как-то мне это не то для меня. Все равно там кровь присутствует и так далее. Поэтому выращивать, стараться трудиться вот на земле. Нравится мне это все. Сегодня вот отвозил кяхту в 6-й садик, завтра просит уже Харанхой. Садик, который я сейчас отвозил, первый раз я им отвез еще 31 августа, по-моему. Вчера, позавчера позвонили, сказали, видите, еще. Я думаю, это нормальный отзыв, значит, понравилось. Не трактор уже, это друг, самый главный помощник у нас на селе. Приобретен он на средства гранта, агростартап. Нужен он, ну, как бы, для всего нужен, для посадки, для пахоты, для копки картофеля. Ну и помимо картофеля занимаемся еще уборкой сена, заготовкой дров. Это верный помощник МТЗ-82, балочный мост. Заявку на грант «Агростартап» Анатолий подал в 2023 году. Не последнюю роль в победе сыграло сельхозобразование и, конечно же, участие в СВО. На деньги, помимо трактора МТЗ, он приобрел навесную технику, картофелесажалку и копалку, мотокультиватор и мини-трактор. Кроме того, Анатолий трудоустроил одного человека на постоянную работу и привлекает в сезон до 7 человек. В ближайших планах у него расширение посевных площадей до 10 гектаров. Это даст ему возможность претендовать на дополнительные субсидии. Я планирую так, ну где-то 1 100 000 200, наверное, сделать. Это ну, чистыми или грязными? Нет, это выручка будет. А, выручка. Да. А... затраты потом будем считать мы. Как у нас бухгалтер говорит, сальдо бульдо, смотреть баланс. Ну, сейчас я уже вижу, он будет положительный. Отметим, заявку на грантовую поддержку «Агростартап» может подать каждый начинающий фермер. В этом году победителями стали 23 человека из 12 районов республики. Общая сумма финансирования – более 114 миллионов рублей. Дурсиданов Мункобадеев, телекомпания ТВ из Кяхтинского района.